Всем привет. Такое ощущение, что вы перед моим приходом убрались. Дим, я тебя ненавижу. Это шаурмен? Это когда кому-то не нравится шаурма. И техничка. Так, это что это мы входим на дорогу за домом? Давай нас уйфа, как обычно. Что у нас второй дом? Да. Можно не готовить там, что чё? Это какой-то ужас просто. В общем-то, ваш секрет раскрыт. Куда я попал? Мне надо там, не знаю, 5 шаурмей. В армии я служил, полы мыть вроде не забыл как. 6 шаурмы. Быстрее, быстрее. Я считаю, что это крутая тема. Это наш новый персонал. О, красота.